Товарищи, на повестке дня остался последний вопрос. Мы должны решить, кто первым полетит в космос. Я считаю, должен лететь Початок. Да, но Початок не сможет нажимать на кнопку. Никита Сергеевич, а давайте полетят суслики. Суслики хорошо переносят перегрузки. У суслика прекрасное зрение и отличный метаболизм. К тому же, суслики лояльны к руку партии. Нет! Нет? Нет! Полетят собаки! Возможно, это будешь ты, Початок. Все леса, поля и реки, и в горах раздастся эхом, все освоено советским человеком. Больше половины мира, возвышения и низины, все заселено советским гражданином. И сегодня с тобой мы путаться в этой должны, чтобы стала вселенной частью советской страны. Пусть дорога идет далеко, далеко, мы поможем до звезд дотянуться рукой. Целый мир позади, что нас ждет впереди, нам сказали лететь, мы летим. Не могу поверить, партия именно мне первым доверила полететь в космос. Это космос? Значит, сейчас мы увидим Бога! Белка, ты же советский пес. Ты же знаешь, что Бога нет. Ой! Да? А что это такое? Идиот, это луна. Ну ведь поверил бы. На секундочку поверил, а? Ой, что это? Боже, я пошутил! Земляне, я приветствую вас от имени Межгалактической Федерации Высших Существ. Меня зовут Эквериме. Откнись! Вот как вот. Конечно, конечно. Такому палец в рот не кладешь. Я председатель Межгалактического Совета. Пусть доктор всех известных наук, всеобъемлющий Вай, представит уважаемому Совету наших гостей. Уважаемый Совет! Исходя из концепции прольфоцентавристской центробежности социумов, мною доказано, что эти так называемые... так вот, мною доказано, что эти существа высшая форма жизни на планете Земле. Ведь именно им удалось первыми выйти в космическое пространство. То есть доктор Уфай считает, что наша Межгалактическая Федерация Высших Существ готова пополниться... Конечно! Эти собаки носители колоссального разума! Согласитесь, удивительно, что им удалось построить функционирующий космический корабль, имея такие примитивные конечности! У меня все! Ну что ж, почтенные хозяева Земли. Да, это мы. Думаю, вопрос о вашем членстве решен. Добро пожаловать в Межгалактическую Федерацию Высших Существ. Приятного аппетита. Черт, я не могу есть, когда это сидит на полу. Аналогично. Себя на дворе к межпланетным технологиям шли
17 тысяч лет. А сколько времени понадобилось вам? У нас это было чуть побыстрее. Пришлось денек попотеть. Тем более, что все пришлось сделать самому. Вдвоем. О нет, только не это. Он собирается есть сосиску. Меня сейчас стошнит. О, а здесь ведь намного лучше. Перезайте не слабкого. Выпьем за процветание галактики. Белка, Белка, вставай. Творец, я высшее существо. Да, ты высшее существо, но завтра ты протрезвеешь. А нам нужно вернуться на Землю, в Советский Союз. Лучше Сан-Франциско. Твори, мне плохо, я хочу суку. Найдем Землю. Если будет нужно, мы облетим все планеты и найдем Землю. Ух ты, круто! Мы облетим все планеты. А? Это что, Белка? Где ты это украл? Ну почему сразу украл? Нашел. Мы освоим целый космос и вселенскую, это просто лишь бы только повышали темпы роста. Как когда-то над Рейхстагом за аллею наши флаги, и стране помогут в этом две собаки. И сегодня с тобой мы в путь отправляться должны, чтобы стала вселенной частью советской страны. Пусть дорога идет далеко-далеко, мы поможем до звезд дотянуться рукой. Целый мир позади, что нас ждет впереди, нам сказали лететь, мы летим. Бак-ке!